Итак, настал тот день в жизни, который так долго ждали. А ждали Вячеслав и Елена. И сегодня у них особенный день. И все, кто находится сегодня в Доме Божьем, в Доме молитвы, видя вот это событие, видя таких прекрасных молодых, мы радуемся. Радуемся. И, конечно же, желаем им особенно благословения. Сегодня они стоят перед церковью. У них желание, чтобы начать свой семейный путь, начиная с благословения друзей, благословения Господня и благословения церкви. Желаешь ли ты быть мужем Елены и чтобы ваш союз был скреплен Богом на всю жизнь? Да, желаю. Желаю. Слава Господу! Это самое важное решение и желание, которое говорит Вячеслав. Хочу спросить Елену. Елена, желаешь ли ты, чтобы ты была женой Вячеслава? И чтобы ваш союз был скреплен Богом. Да. Да. Слышали, братья и сестры? Наш дорогой Небесный Бог, Отец Небесный, Творец неба и земли, великий, могучий, чудный Бог, мы сегодня церковь Твоя, дети Твои, находимся на этом месте, месте бракосочетания, Господь, где Ты определил двоим стать одно. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я объявляю их мужем и женой.